Так, сегодня у нас 21 октября, 17 год, Харьков. Вытащил я через месяц свой фотоаппарат с сервисного обслуживания Sony, где он ремонтировался по причине того, что отсутствовала, ну, сломалась в нем фиксация. Стабилизация изображения, а при увеличении 50-кратном оптическом и 200-кратном цифровом это обозначало, что видео снимать невозможно вообще. И что как не самолет снимать для того, чтобы протестировать качественность ремонта. Да, снималось с рук, и по-моему все великолепно. Так, это у нас Харьков, 705. Кстати, на 705 нам обещали восход, но вот маленько нас облачная погодка подвела. Хотя для контрастности картинки как раз то, что нужно. +6 сейчас в Харькове. До нуля. Фотоаппарат снимать позволяет по инструкции. В общем, посмотрим. Вон он наш Харьков. Это у нас купол Владимирской церкви, Владимирского храма. Стоит ему там памятник с огромным крестом. Кто такие попы? Это нолики с крестиками. Ну, в общем, по-моему, все качественно. Претензий к сервису нету, хотя, конечно, месяц, ребята, месяц, это перебор. Вон у нас шина, что там, вышечка. Что я могу сказать? Учитывая, что это ультразум, и светосила тут нулевая, претензии высказать не могу. Так, это у нас фотоаппарат Sony. Господи, как же он, Cybershot. HX300. Давно снят из производства. Ну, нормально функционирует, будь здоров. Учитывая его покатушки на велодни, полигоны и так далее. Лады.